Привет, София. Как поживаешь? Прекрасно. Только не надо притворяться. Джина, я пришла на тренировку. Я тоже. Здесь замечательные тренажеры, и кроме того, есть кому присмотреть за Ченнингом, пока я тут занимаюсь. В зале полно приятных мужчин. По-моему, подходящее место для того, чтобы обзавестись новыми знакомыми. Надеюсь, ты не обо мне говоришь. Да брось, не надо смущаться. Ты уже знаешь последнюю новость? Мне лучше присесть? Я собираюсь судиться с Сиси. Он должен позаботиться об интересах Ченнинга. Он не оставил мне выбора. Не проще ли с ним договориться? Я хочу быть уверена, что Ченнинг получит свою долю наследства. Это необходимо сделать до того, как Сантана родит. Я ей не доверяю. Джина, ну а при чем здесь я? Я решила, что на этот раз не стоит действовать из-под тишка. Ну что ж, пора заняться мышцами. Увидимся позже. Конечно. Я знаю, что ты очень расстроена из-за Сантаны. Но ты справишься. Ты сумеешь найти выход. Ты такая красивая и великодушная. Ты победишь. Вам нужно нажимать на педали. Конечно, спасибо. Можно? Ну, как теперь? Намного лучше. Я все поняла. Спасибо. Пожалуйста, рад помочь. Я вас здесь раньше не видел. Обычно я прихожу позднее. Я бы запомнил вас. Теперь будете приходить по утрам? Я не думаю. Жаль. Ну, не буду мешать. Вы мне не мешаете. Меня зовут Кен. София. Приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно. Привет, Уоррен. О, Рафаэль, как поживаешь? Сейчас не очень. Мне нужна помощь.